Так, у нас новая серия Animation Fox. Антикоминтерковский парк. Пипец, давай я скажу. Антикоминтерновский пакт. Поехали. Сложное название. Основано на реальных событиях. Какой-то исторический факт. Антикоминтерновский пакт. Берлин. Подписывать, видимо, пакт собираются. Ну где же он? Это получается такая серия вне сюжета. Прошу прощения, задержался. Наше дело не ждет отлагательств. С коммунизмом надо что-то делать. Нужно остановить распространение коммунистической идеологии по миру. Император с нами полностью согласен. Мы готовы подписать пакт. Прекрасно. Будущее за нами. Знаешь, что это? Это, короче, вот написано. Япония вместе с Германией подписали вот прав... Короче, типа вот как фашисты, видимо, только объединялись. Я так понимаю, это с этим связано, наверное. Там было написано, что ну... Вот и хорошо. Скоро они поймут, что мы гораздо сильнее. Обязательно поймут. А где Италия? Еще должна быть Италия. Вы можете идти. Япония, Италия и Германия ж вместе были союзные. Или Испания, Испания. Испания. Ноябрь. Уже 37-й год. Вот. Товарищ Гитлер. А, это Гитлер. Я думал ваше предложение и готов немедленно присоединиться к пакту по борьбе с коммунизмом. Рада слышал, Бенито Муссолини. Вот, пришли итальянцы. Вы сделали правильный выбор. Скоро к нам присоединятся Венгрия, Манчжоуго и Испания. Прекрасно, товарищ Гитлер. Сначала мы будем действовать медленно, но решительно. Ну а потом... Потом я заставлю их обратиться в бегство. Они будут в ужасе от увиденного. Насколько не сомневаюсь. Нисколько. Да, и вот так вот получается, они создали... Вот, видишь, Германия, Япония, Италия подписали. Мы сделаем невозможное. Ни СССР, ни остальные страны Европы не смогут нам помешать. Ну, получается, смотри, в их глазах... Сталин, 36-го года. Да. Мной было принято новое постановление об обязательном выселении поляков. Так точно, товарищ Сталин. А куда их выселять? В Сибирь и Казахскую ССР. Вот само постановление. Депортации НКВД. Надо исполнять. Тут как-то показано. Есть? Тут как-то показано, что Сталин не очень такой хороший, а вроде как Гитлер и. Не, я знаю, ну, а Гитлер наоборот, типа, против Сталина боролся. Чемберлен. Мир еще не оправился после Первой мировой. Но несмотря на это, Европу отделяет от волны полшага от новой войны, которая может перейти в глобальную. Германия становится все сильнее и сильнее. Я попробую подписать с ними соглашение и тем самым обезопасить нас от их агрессии. Следите за развитием событий в Германии. Вы свободны. Никто не понимал. Вот так вот. Прям еще видишь, выписка с НКВД. Прикольно он еще, видишь, модели танков показывает. Бенито Муссолини. Ну логично, ИС-2 в роли Иосифа Сталина. Блин, на самом деле так прикольно. Получается, смотри, да, Animation Fox. Да, показывает историю. Да, показывает реальную историю, как бы в танках, то есть мультипликационно рассказывает реально, что были какие-то исторические события. Так-то можно, в принципе, всю войну так пересказать. Да, в облегченной версии, понятным для детей языком. То есть, да. Им, к примеру, гораздо сложнее дается в школе, это, к примеру, да, там. Кто там с кем что подписывал, да? Преподаватель, ему неинтересно рассказывает, или вообще там забил болт. Да. Вот. А тут ты в любимых мультиках можешь узнать историю. Это очень клево. Если вам понравилось, то ставьте лайки и пока. Не забывай подписаться на канал и поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А если ты уже подписался, то красавчик!